Привет, ребята! Хорошая новость для владельцев набора 11013. Я сделала много новых моделек из этого набора, причем их можно все одновременно построить. Ну и назвала это все транспорт. Вот у нас космический транспорт, ракета, такой простенький кораблик, еще на космическую тему какой-то, может быть, даже инопланетяне прилетели. Обычный земной самолет. Так. Тоже отнесла к теме транспорта. Ну, он транспортирует, переносит грузы. Кран. Вот так вот. Движемся. И переноска грузов происходит. Конечно, можно тут и колесико добавить, но как-то мне показалось, это уже слишком. Тем более с колесами в этом наборе отдельная история. Сейчас расскажу. Вот у нас есть колесный транспорт. Гоночный автомобиль. Вот. Ездит хорошо. Дальше трактор с таким как бы то ли плугом, то ли экскаватором. Ну, что-то такое сельскохозяйственное есть. Вот. И вот такой вот автобусик. Узнаете, да? Это лондонский двухэтажный автобус. Вот такая его мини-мультяшная версия. И тут один нюанс. Я сказала, что все это можно одновременно построить с одним заговоркой. Колес в наборе 11013 всего 4. Вот эти оси, эти колеса. Вот эти колеса я взяла из другого набора 11014. То есть, если вы хотите одновременно построить эти три транспорта, у вас в наборе 11013 есть только вот эти колеса. То есть вы можете построить либо трактор, либо автобус, либо машину гоночную. Ну или взять колеса из другого набора, как это сделала я. Колеса тут взаимозаменяемые, можно эту пару ставить на какую хочешь машину. Так. Ну что ж, объяснения сделаны. Начинаем строить.